я прямо сейчас, я также хочу поощрить наших братьев и сестер, которые сейчас находятся в самых горячих точках, в самых темных местах, в самых темных регионах. Я прошу вас, не смотрите на тех, кто живет лучше, на тех, кто живет в тех местах, где легче живется. Поверьте, Бог избрал вас именно для этой войны. Вы избраны. Не все могут противостоять тьме. Не все могут противостоять тьме. Мы сами являемся свидетелями, как много-много людей приезжает в другие штаты, где дышится легче, где живется легче, где другие законы. Но Отец нас поставил здесь. Да, здесь тяжело, здесь нереально тяжело. Здесь приходится проходить нереально духовные битвы. Здесь бывает нереальное давление на мышление, на эмоции. Но, Отец, я знаю, это честь, что Ты выбрал нас держать атмосферу нашего штата, держать атмосферу нашего региона. Ты выбрал нас, и для нас это честь. Я также хочу сейчас просто поддержать наших братьев и сестер в Украине, в Беларуси. В России вы держите небо над вашей страной, да, вас мало. Да, вас мало, и многие вас не понимают, и многие пренебрегают вами. Но вы нереально ценная часть Его армии, часть Его глобальной армии, потому что по вашим молитвам двигается небо, потому что вы прокладываете дорогу для Его пробуждения. И часто вас не ценят, часто с вас смеются, часто против вас клевещут, но вы продолжаете стоять, и вы продолжаете бить в небо. Вы ценная часть Его армии. Продолжайте то, что вы делаете. Продолжайте делать то, что вы делаете, несмотря на давление, несмотря на атаки. Мы также с вами стоим здесь, и мы держим небо в этом штате и в этой стране, потому что Бог родил нас именно для этого времени, именно для этого места. Быть ходатаями этой земли, быть ходатаями этой земли, быть ходатаями этого времени. И я верю, что Бог поднимает больше и больше, больше и больше, больше и больше, больше и больше. Потому что то, что сейчас происходит в мире, не исправит ни одна система. То, что сейчас происходит в мире, ни один президент не способен исправить это. Только вмешательство неба, только сверхъестественное вмешательство Бога, только сверхъестественное вмешательство ангелов, только небо, и мы здесь, чтобы нести небо, и мы здесь, чтобы нести небо, а не участвовать в политических разборках. Мы здесь, чтобы нести Его царство, мы здесь, чтобы нести Его любовь, мы здесь, чтобы нести чистоту, мы здесь, чтобы нести Иисуса, чтобы прославлять Иисуса, это наш фокус номер один. Продолжайте стоять, продолжайте держать Богу и ваше количество. Ему просто нужно несколько раз ненормально. Ему нужно несколько. Те, которые не остановятся ни перед чем. Те, которые не упадут под давлением. Те, которые не опустят руки. Те, которые не уберут руки от плуга. Ему нужно просто несколько в каждом регионе. Вы сами не понимаете, что вы делаете. Вы не понимаете, насколько вы цельная часть этой армии. Потому что вы не сбежали. Вы не отпустили, вы не отдали свои позиции, но продолжаете нести их отдали. И вы не ищете награды, вы не ищете признания. Вы первопроходцы. Особая награда. Особая награда этим людям. Возможно, вы не увидите ее на земле. Возможно, вы не увидите ее в людей. Но Бог готовит вам особую награду. Сейчас не время расходить.